Сегодня 5 апреля. Народ кое-какой ходит, погода нас радует снегом, солнцем и всем таким. Была в аптеке. Сейчас продолжаю поход по магазинам. Пища, снег закончился. Вышла из магазина, купила селедку, щавельная, щи, щавелевые. Народ есть, соблюдает дистанцию. Дальше иду по списку. Вот оно лучше. Так, осталось мне молоко, геркулес, фрукты. И все. И вернусь, надо поработать немножко сегодня. Там за компьютером. У меня ощущение, что я дома уже очень давно, не неделю. Гораздо больше. Странное ощущение. Масочка. У меня тут, когда захожу в магазин, в помещение, я ее одеваю. С собой еще перчаточки. Так и живем. Машинки ездят. Безусловно, никуда от этого не деться. Люди. Где люди? Затарилась народу, кстати. В магазине немного. Кассы работают. Вот. Жесть. Эти тяжелые сумки. Мне кажется, я в магазин хожу больше, чем когда мы работали. Да не наверное, а точно. Тут вообще каждый день мотыляем. У нас кто-нибудь добывает магазин. Либо я, либо Леша. Каждый день. Либо тот и другой успевает отметиться. Кошмар. Надо переходить на подножие корма. Картошку с огурчиком. С помидоркой. Свои. Соленые. Консервация. Почему не сам ничего такого не взяла? Молока, каш, ребенку творог, фрукты, овощи. Все. Щавель купила на щи щавелевые. Бумажные полотенца. Десяток яиц, каша овсяная. Все. Зелень. Ничего такого. Очень радует запах хлорки в подъезде, в лифте. Протирают кнопки. Дезинфицирую тяжелый пакет. Тот, эти-то легкие. Так вот снимаем рукой. Ретро-ФМ. Смотрите, какой у нас пультик. Даже в кадр не влезает. Вот так и только идет. А посмотрите. Вы все поняли, да? Я червяк. Что-то голова болит от этих кучек снежных. Еще танцы. Еще танцы. 14:00. Так вот. Говорит, снимай. Снимай, мам, снимай. Сиянка. Хватит. Выключаем камеру. Фу-ф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 у
У нас ковры уже все. Настя, ковры поправь. Вот такой тихий час у нас. Воспитание ноль. Вот так вот карантин расхолаживает. Не знает, чем заняться. Оставь в покое стул и компьютер. Танцую песню молодости. Не твоей. Ребят, смотри, как у меня есть блокнот. Мама, мне как-то ты его показывала. Нет. Нет? А вот такая надпись на нем. На балконе разве мы не смотрели? Ну, кажется, да, но я покажу, какой он изменился. Та-дам. Это от колонки наклейка. Угу. Поздние буки. А это пост за год. А там гусеницы разве?